игре, конечно же, ближе к тому, что Сокол забьет пятый. И сделать это сможет команда с пенальти, поскольку снесли Руслана Кабутова. Вопрос остается, кто будет 11-метровый исполнять. Хочет это сделать сам пострадавший. Да, Руслан Кабутов. Отбирает мяч у Игоря Бугаенко, также, по всей видимости, желавшего исполнить 11-метровый. К слову, нет на поле уже Хлебородова, поэтому понятное дело, что новый у нас исполнитель в любом случае 11-метровый должен был быть. Итак, Руслан Кабутов против Виталия Яковлева. Удар. 5-0. Без вариантов. Радуются юные болельщики саратовской команды. Руслан! Руслан! Можно поздравить всех саратовских болельщиков, которые, к слову, появились сегодня на стадионе.